много споров вызывает эта техника. Что такое окно-аквариум? У тебя начинается рабочий день в 10 утра. И ты в 10 утра компьютер открыл, там зашел в него и сразу же включил зумочку. Или Teams. Тебе целый там набор людей, которые тебе привет! И они за день ни разу не отключаются. Они могут отключаться, переключаться на другую встречу, но если они нигде не на встрече, они опять возвращаются в эту комнату. А что, вы не так работаете, когда вы в open space физически в помещении сидите? Ускоряет и помогает в том числе координировать работу, общаться более эффективно. То есть, если в команде проблема, если надо наладить нормальное общение, то это отличный способ.